мы обсуждаем грядущие выборы в Омский городской совет. 10 сентября, не так уже много времени осталось. Уходит с выборов мэра политизация, излишняя политизация. Защищать интересы города. Да кто же здесь против? Зачем нужны депутаты Омского горсовета? Что они реально могут? Не существует вот такого вот решения, вот такой кнопки, на которую подошел, нажал, все. И наступило счастье. Кто вот больше всего бессмысленно пиарится в горсовете? Ну, я не хочу никого обижать. На корню сменить действующий состав. Все, сейчас этим займемся. Яблоко. Ну, это будет железобетонный повод идти на выборы. В нашей студии собираются журналисты, политтехнологи, политологи, политики. Ток-шоу «Кандидат». Не пропустите. В пятницу в 19:15 на нашем канале.